Иоганна Глинкелона, вальс Радзинского, токката и фуга ре минор Баха. Эти произведения Вера Башняк не играла 3 недели и говорит, что такой перерыв сказался на исполнении. А вот почти месяц назад своей игрой она покорила жюри конкурса «Сфорцанда». 5-й международный конкурс пианистов и струнников прошел в Берлине. Выпускница Благовещенской музыкальной школы Вера Башняк стала лауреатом 2-й степени в средней группе. В старшей группе получила гран-при девушка из Парижской консерватории, 20 лет. Вот. Ну, вообще просто играла просто очень хорошо. У меня аж мурашки были по коже, когда я сидела в зале и слушала ее. Одно произведение очень понравилось. «Долина Бермана Листа». Вот, хочу попробовать. Такие конкурсы лечат от звездности, которая может появиться у талантливых детей. Так говорит Елена Черных. Преподаватель музыкальной школы и заслуженный учитель России поддерживала Веру Башняк и Татьяну Пакулову на конкурсе. Но здесь более свободный выбор программы, здесь больше ограничения по времени. Вот нужно играть в старшей группе там не менее 25 минут, и не более вот 25 минут, в средней группе 20 минут. Председателем жюри был Игорь Лосько, он бывший выпускник Московской консерватории, был такой, ну, пианист достаточно известный в советское время, потом он эмигрировал, сейчас он живет во Франции, вот он был председателем жюри. Поблажек бывшим соотечественникам не было. В конкурсе участвовали 30 музыкантов из России, Европы и стран СНГ в возрасте от 8 до 20 лет. И если 15-летняя Вера была в средней группе, то 16-летнюю Таню записали в старшую. Я была самой младшей в своей группе, старшей. Там, ну, возраст от 16 до 20 лет. И все в основном, ну, учатся либо в консерваториях, либо в спецшколах при консерваториях. Я стала дипломантом этого конкурса, и теперь есть большой стимул заниматься, ну, повышать мастерство свое. Вдохновленные музыкой после конкурса благовещенцы остались в Германии еще на несколько дней, чтобы посетить дом, где жил Иоганн Себастьян Бах, а также его могилу в Лейпциге. Вот здесь мы были в музее музыкальных инструментов, ну, им всем по много лет уже, и там можно было взять наушники и послушать, как каждый инструмент играет. Старинный клавесин остался лишь в воспоминаниях и на фото. А сейчас девушек ждет рояль. Нужно готовиться к поступлению в областной музыкальный колледж. Из-за этого Вера отказалась от участия в престижном конкурсе в Швеции. Наталья Погодаева, Василий Пронькин. Программа «Неделя», телеканал «Культура» в Благовещенске.